Итак, друзья мои, еще раз приветствую вас. Мы продолжаем сегодня говорить о совках, о люмпинах, о вот таких вот ущербных, униженных и оскорбленных существах, так называемых Homo Sovieticus, которые сегодня каким-то образом расплодились по всей планете, разъехались, сбежав из родного города, из родной страны, и которые совершенно не хотят никуда ехать, воевать, защищать, но они привезли и привозят вот этот самый совок, совочек их родной по всей планете. Очень много, просто в Дубае уже можно видеть, ну просто везде на всех углах русских, русскоговорящих, я не знаю, как они сами себя называют сейчас. Вот, но то есть многие из них, некоторые из них очень даже замечательные, интересные люди, собеседники, очень неглупые, но есть совершенно отбитые. Есть очень отбитых очень много персонажей из той же самой советской Белоруссии, да. Ну, потому что есть о чем, так сказать, задуматься, есть о чем как бы рассказать. Вернее, о чем поговорить, а нет материала, да, то есть какой-то базовой вот материалы базовых для рассказа, для предметов беседы. Потому что, ну, скучная, бессмысленная, тупая жизнь по каким-то проселкам и весям вот в этих постсоветских республиках, в Белоруссии, или в Казахстане, или в Таджикистане, или Кыргызстане, вот, или в Узбекистане, Таджикистане, я уже не помню, неважно, короче. Фишка в том, что вот все эти страны, они, там прекрасно, там есть прекрасные, замечательные люди, умные, хорошие, талантливые, добрые, которым тоже не дают жить, не дают развиваться. Но все вот эти постсоветские атавизмы, постсоветские страны, они как пиявки, как крабы, они, если кто-то хочет вот действительно выйти из твоей компании, если ты хочешь, да, вот выйти из состава, например, там Италии, да, хочет из состава Италии выйти там в Фриули, Венеция, Джулия, есть такой регион, или, допустим, даже Ломбардия, тут там, где Милан, просто я говорю, или там Венето, да, там, где, собственно говоря, Венеция находится, но вот Италия тоже не отпускает, она не хочет, потому что, ну, по результатам референдума несколько лет назад он проходил, значит, там 96%, если не ошибаюсь, проголосовали за выход из состава Италии. Но Италия, естественно, не отпустит, потому что надо же бабульки сосать, а эти северные регионы кормят, собственно говоря, всю Италию, включая, естественно, Рим. Все бабки стекаются в Рим. И здесь объективное, логическое все, как бы составляющее, да, почему не хотят. Ну, вот видите, да, демократия рознь. Итальянская демократия, она вот такая. В постсоветском пространстве демократия совершенно иная. И многим, опять-таки, не нравится то, что вот эти факты, они сегодня как бы подлежат озвучке, да. Они подлежат озвучке. И вот, смысл в том, что эти совкодрочеры, да, вот эти, да, Homo Sovieticus, они совершенно не хотят это воспринимать, они не хотят себе отдавать отчет в том, что происходит вот такой вот, собственно, интеллектуальный геноцид, но сегодня еще и физический, да. То есть некая, допустим, страна захотела быть независимой, захотела выйти из совка, из состава совка. Нет, мы тебя не выпустим. Нет, мы тебя не выпустим. Нет, мы тебя не отдадим тебя. Вот так. И, соответственно, проявляет агрессию. Вот видите, насколько эти люди зашорены, насколько они вообще обладают разумом или гуманностью какой-то, или чем-то еще. К сожалению, видите ли, к сожалению, все эти ребятки, они сволочи большие и эгоисты. Эгоисты, потому что они не хотят давать тебе развиваться.
они хотят давать тебе развиться. А после развала Советского Союза у многих людей открылись возможности, опции, да, заработать денег или уехать за границу, или что-то еще в этом духе. И многие уехали, многие воспользовались этой возможностью. Но я хотел спросить, а у тех, кто уехал, но продолжает ностальгировать по Советскому Союзу, какого же хрена тогда вы уехали и сидите по Европам? Какого же хрена вы тогда уехали и сидите по Дубаям? Какого же хрена вы тогда, если так вам нравился Советский Союз, уехали оттуда? Почему вы не возвращаетесь в свой Советский Союз и не живете там, коль скоро вы так сильно по нему ностальгируете? Вот этого я не понимаю. Этого я понять никак не могу, просто никак. Да. И вот таким образом, пока обычный среднестатистический Homo sovieticus, да, или, как мы уже договорились с вами, приняли назвать их совкадрочерами, они скучают, тоскуют по своему загадочному, таинственному совочку, который бы вообще никак бы их не отпустил за границу, они забывают об этом, который бы дрючил бы вот так, который, ну, при режиме которого нельзя было делать какие-то там фантасмагорические прически, макияжи, никаких бьюти-салонов не было. Это тем куклам, которые строчат всякие комменты там, или оскорбляют в комментариях во всех там группах, а-ля типа «Русские в Италии» или что-то еще, эти все матрешки, да, и лубочницы. Вот есть такой стиль лубок, кто знает в искусстве, есть такой стиль лубок. Вот вам туда. Многие вообще даже не понимают, о чем я говорю, что такое лубок, они не знают. Но загуглите и посмотрите, что такое лубок. Лубок — это вот вы.